Макс в этой шапочке похож на Шарикова. Ты должен просыпаться и говорить: главрыба оборвал. Оборвал. Москва швея. Прохлада, конечно, пугает, но рассвет манит. Смотрите, что за окном. А за окном действительно наметился рассвет, красные огни. Валяются велосипеды и кусочки недоеденного лука. В общем, красота. Бесконечный Байкал. Бесконечный до ближайшего берега. 25 километров. Вон он, Ольхон с этой стороны. Западный берег, мыс Рытый. Вон. Справа полуостров Нос Святой. И где-то там вдалеке совсем маленькие видны Ушканьи. Острова. Врубай ветер. Вот он, наш лагерь во льдах с утра. Полседьмого. Всем привет, с вами Денис Доробей, горная секция МФТИ. Сегодня выпуск школы спортивного туризма попробует передать вам атмосферу, вообще целиком один походный день, жизнь походную. Начинается поход с общего подъема и завтрака. Смотрите, вот здесь вот у нас готовится еда, готовит ее один дежурный. Пока дежурный готовит еду, все остальные собираются. Вот у меня в руках компрессионник. Спальник. Я, собственно, занимаюсь тем, что спальный мешок укладываю в компрессионник. Точно так же и остальные участники группы сейчас занимаются полезными делами. В принципе, очень удачно как-то выключился ветер. Да. Именно в этот момент. Спасибо богам. Спасибо дежурному. И кушаем сейчас без ветра. Спасибо Путину за это. Рубаем мы все с адской скоростью, потому что на морозе все стынет. Все знают, что дичайшая калорийность у куска сахара. Не, в растительном масле. А если быть точным, то 400 килокалорий хороших, которые мгновенно у куска усваиваются. Ну, у 100-граммового куска сахара. У 100-граммового. Здесь нет негодяй калорийности. Где-то один раз читал, там что-то там далеко за 1000. По-моему, это самое рекордное из того, что я... Макс, это вообще принципиально невозможно. Ну как, откуда? Так как гости, жиры, да. Это 9 Макс, килокалорий моя на 1 грамм. Ну, я слышал такое, да, про то, что... Так что принципиально калорийность в 900 килокалорий не может быть превышена. На килограмм. Я, правда, не знаю, как калорийность считается, но я что-то читал, что... На 100 грамм. Ну это на 100 грамм сухого кофе. Каким-то раком боком. Делали пайку для космонавтов там за 1000 килокалорий. Каким образом, если килокалории тупо считаются в еде просто по соотношению белков, жиров и углеводов? Нет, килокалории в еде считаются как раз таки прямым способом. Еда сжигается в калориметре. Поэтому, когда выйдете килокалории, это может вообще ничего не значить. Это не факт, кофе что может да, хорошо гореть. А в организме что-то вам вообще даст. Ну это... По сути, максимальная калорийность, которую может организм отжать из этого продукта. Не может он отжать в таком объеме. Ну, сахара. Чистый какой-нибудь глюкоза, он да, может. Все остальное не дает. КПД же 100% пищеварения. У кого как. Сейчас мы как радиодождь. Наверняка у блокадников было близко к 100% КПД. Переваривание. Больше у туриста ста. После 10 дня похода тоже невероятное КПД. Ну, так сказать, туалетная бумага не расходуется. Именно.
камня. А на камне написано и накакано, и наплевано. Спакованы. Остается лишь финальная процедура – водрузить их на велосипеды. Как, Данил, спаковался? Да. Без шлема, что ли, поедешь? Без шлема. Такой смелый? Да просто в нем неудобно ехать. Едешь по прямой, едешь себе. Никаких препятствий. А как думаешь, все те люди, которые бились на льду головой, думали о том, что они... Как они думали, что ударятся или не ударятся? Я думал, они так же сели с утра, шлем не надели, а потом бились. Понятно. Ну ладно, подождем до первого слабого удара головой. Надеемся, что он научит одевать шлем. О, Миш, подай, пожалуйста, мне батю. Так. Ну, конечно же, важная гигиеническая процедура с утра, отойти подальше от лагеря, делать свои дела. Тоже на морозе, знаете, это доставляет некое удовольствие, кайфушечка такая. Совершенно неожиданно встречаются даже посреди Байкала ледовые трещины. Блять, ну ёбрсот. Что ж мы сняли? Блин. Ну пацаны. Хотя это трек. Давай обратно. Хочу сам перебраться. Хочу сам перебраться. Ну пострахуй. И лед, и трещины, безусловно, оказывают влияние на скорость велосипедиста. Помимо карт, мы еще используем космоснимок, ну последний, который смогли закачать. И сейчас видим, что по пути вот с Ольхона, с мыса Хабой, на Ушкане острова, встречается такая область торошения, какая-то белая, снежная, страшная. И нам на самом деле нужно объезжать ее слева. Поэтому мы берем направление сейчас на мыс Покойники и едем к Покойникам. Такое некое разнообразие в ледовой пустыне. Хотя бы что-то можно попинать. Все, поедем объезжать эту зону торошения по левой стороне и дальше к Ушканьим островам. Такая вот трещинка, засыпанная льдом. С другой стороны, это все красиво. Мне здесь нравится. Вот так вот, только что были торосы, а здесь очень гладкий, хороший, быстрый лед. Ого! Шипы? Зацени, как вырвало аж. Макс, у тебя как-то перекошен рюкзак значительно. Да? Что-то он у тебя адски высокий получился сегодня. Водичку будем набирать? Выйдет, да? Мне тоже кажется, да. Ну а что на 30 километрах всякое что-то такое должно быть. Покажи пальцем, куда нам надо ехать. Он дальний мыс, нам на него. В принципе, если какие-то сомнения или объезды там чего-то, торошения, то всегда берем ближе к берегу. Вот. Такое правило. Но прям сильно сваливаться к берегу тоже не нужно. Там, хорошо. Хорошо ветер уходит в спину. Ушканьим островам за нерпами.
охота и рыбки. Ну, нерп, наверное, не едят, поэтому нерп не охота. Но посмотреть их очень хочется. Данила, проезжай здесь. Вот так проехал. Вот перекусик такой, фундук очищенный, сладенький. Ну, точнее, нифига не сладенький, калорийный, 680 килокалорий. Сколько она чая делает? Мы чай или воду делаем? Мы делаем все. Обед? Ну да. Слушай, обед. Три раза будем останавливаться. Я не против. Макс, последи сюда, да? Схожу за шинкователем. Приятнейшие минутки в любом походе. Это обед или перекус. Или вкуснейший ужин. Ну, в общем, любое принятие пищи – это такая кайфушечка. Особенно, если принятие пищи происходит с принятием разного рода жидкостей, например, чая. И все это на льду самого глубокого озера в мире – Байкала. У Сони я видел на риске, они сделали платный пост, платный клип, типа рекламный. Видно по красоте, бюджет просто пиздец. У Сони? Да, нереально. Ну, как бы приличный вполне. Ты снимаешь? Да. Она под водой снимает? Да, снимает. Кстати. Засунь там щель для снега. Давай, это вообще туда. Тема. Блин, и моноход только привязал. Точно хотим в щель совать? Велик? Камеру. А что ты хочешь? Медленно прогнать? Не, а зачем быстро дергать? Всем привет, с вами Денис Доропей, горная секция НКТИ. Сегодня в выпуске щели Байкала. Мы исследуем щели Байкала. Какова их глубина? Блин, ты сейчас в рукав себе нальешь. Что страшно? Макс вообще бесстрашный. Смотри, сейчас щука какая-нибудь грызет, нерпу поймаешь на камеру. Глубину, меряем глубину. Толщина, это по черной плавит ручку. Толщина льда. Да, это нифига не 50 сантиметров. Вальдина. Да, это все 70. Именно. Ну вот отсюда, надо от камеры до сюда. Раз, два, блин, до сих пор не развелось. Четыре. Уже даже Жорина еда с ложки размешалась. По моим, ну, почти 80. Исследовали байкальские трещины. Оказалось, что толщина льда вот в районе вот этой самой трещины вот так вот по самую ручку засадили. Ну, по нашим понятиям, это 80 сантиметров приблизительно. Моноход у меня, по-моему, то ли 91, то ли 96. И только вот эта ручечка торчала. Вот такие глубокие ходы. Конский трещина. Продолжаем исследовать байкальские щели. Решили опустить камеру поглубже. Для этого мы взяли кусочек веревочки паракорда. Я знаю, при слове паракорд выживальщики начинают ссать кипятком от радости. Так вот, мы взяли именно его.
взяли паракор, привязываем камеру вместе с моноподом. Узлы, между прочим, тоже, кто не знает, узел стремя там и узел стремя здесь. Запускаем камеру. Кстати, да, можно было случайно запустить кружку в щель. Кто разлил мой скотч? Вон, смотри, уже две палочки показывает. Ну все, это... запустили. Давайте вот так вот все улыбаемся. Улыбаемся. Данила тем временем бьет нам щель. Данила, ты, по-моему, что-то не то сделал. Да нормально, как раз через лёд. Давайте сидеть, так будем выполнять на щель. Да нормально. Ну давайте тогда встанем вот с этой стороны от щели. Есть. Так, ну, конец давай. Скрепим. И опускаем. Пытаемся замерять. 1 метр. Сколько до дна? Еще она не тонет. Пошла, пошла. 2, 3. Там картинка. 4, 5, 6, 7, 8. На глубине метров 10 уже не будет ничего. 9. Опять 10. Давайте 15 вжарим. Или 20. А ушла, да? До дна сейчас дойдет. Это моя камера. Я очень надеюсь на прокладки. В общем, вжарили. Ну, в смысле, не на прокладки, не на свои прокладки, а на прокладки крышки сзади. Мерим глубину Байкала. Здесь самое глубокое место. Сколько у нас метров пройдено? 15 метров, да. Да, это 1%, да, я так понимаю. Давайте теперь, соответственно, будем фиксировать по чуть-чуть, да? И так вот 100 на раз. На такой глубине. И так 100 раз. Подождем чуть-чуть, чтобы камера там покрутилась, картинка зафиксировалась. Потянем, да? Тянем, потянем, вытянуть не можем. Офигеть. Там нерпа. Сейчас я покажу, да, примерно, да, что куда уходит. Уже. А, видно уже, да? Да. Не вытаскивай, да. О, ударил. Вот оно, видно, проходит, проходит. Камера самая красивая, как ты сейчас будешь, что-то идут. Сейчас видно, хорошо. Нет, чтобы камера там застряла. Может, медленно подъем делать, чтобы красиво было? Сейчас ее видно. Да, сейчас будем медленно делать подъем. Сейчас я просто поболтаю ее. Дайте-ка я как это сделаю. Слайдер, Антон. Сейчас вот ручкой упираемся, соответственно, самые снимки, да, и поболтать, поболтать. О, а может кто пузыри попускает, лицо окунет, будет матерая байкальская фотка. Я себе представляю, где нерпы сидят, там смотрят наверх. Дурачки-то, а? И отъезд давайте, отъезд. Исследования глубины проведены, дно не найдено. Бездонный Байкал. Просто и все. Да, Байкал бездонный. Нужно усилить бокс камеры. Нужно купить еще сколько? 100 веревочек. И нет, тогда, может быть, что-то получится. 15 веревочек, у нас 50 метров. Нужно. Это 50? 50 метров, да. А, нет, нет, 100 футов, 100 20, футов, 30. 20. 30. Ладно, все, заканчиваем. Короче, с вами был Денис Доропей, да, горная секция МФТИ. Очень интересно, что там под водой в Байкале.
Наверняка там какие-нибудь сокровища. Там Титикака. Блин, настолько проголодались, что даже мясо прям без ничего голодаем. Так голодали, так голодали. Курей без соли ели. Конечно, ад. Жаль без сала. Сегодня столько вкрутили и по километражу, ну, просто по количеству ходового времени. Опять уже скрипит потертое седло. Просто невозможно. Ноги начали подмерзать, они обычно это к вечеру делают. Не меньше, да? Да, сахар заканчивается в крови. Ну, плюс еще, конечно же, кровообращение у непрофессиональных, у велосипедистов-любителей, оно как бы так себе. Данил, как тебе сегодняшний день? Как на твой взгляд вообще? Правильно сделали, что на Ушкане-то пошли? Или надо было забить? Да надо было вообще на базе остаться, пивка там, баньку каждый день. Вот два фотографа одно и то же говорят. Неделя релакса. Слово, когда пиво и баня на базе. А я считаю, нет. Отснимали бы просто вот так вот все вещи там просто. А где же? Вспышечки поставили, свет. Мы же сюда не вещи ехали снимать. Ну, в общем, да. Я с вами еще говорю так все. Ночью, когда будет на глазах мешок спальный, да? Я вам объясню. На самом деле, банька и пиво потом просто слаще будут после таких вот. Да. Ребята, я вам скажу, это вообще жесть. До Ушкани, ну вот до большого Ушканьего острова осталось буквально 2 километра, но мы все умираем уже. Уже солнце на закате, очень хочется дотянуть, но сил нет вообще, вот мертвые тела валяются. Единственный Жора сохраняет самообладание. И как настоящий профессионал продолжает снимать даже в самые тяжелые минуты. А на заднем плане, смотрите, какой роскошнейший у нас. Что это уже, блин? Закат. Закат. Фух. В крови не осталось не то, что сахара. Там, по-моему, вообще ничего не осталось. Все организм высосал. То мясо, которое закинули, от него вообще никакого, там час назад, вообще никакого толку. Погнали наших городских. Давай, доставай все сникерсы, у нас байкальская болезнь. Не, ну мы до хера сегодня так крутили, конечно. Не, прокрутили так нормально. Ну заметьте, люди 100 километров пешком ходят за 24 часа. А мы, блин, 70 едва на велосипедах осилили. В принципе, если бы мы еще километрик назад, километрик вперед, километрик влево, и потом хоп еще вниз, было бы фаталити. А что сейчас интересно, шпилят в Mortal Kombat? Есть какой вариант Mortal Kombat? Урагай Такали, тоже классная тема. Я это называю поцелуй сгущенки. У меня есть даже шоколадка. О, шоколадка там лишняя. Они там, да, такие. Давай разорвем шоколадку. Вот это правильно будет. Шоколадку там туда уйдем. Хорошо так запить шоколадочку сгущенкой. Чисто, чтобы не сладко было. Чтобы жизнь медом не казалась. Спасибо, Жор, большое. Ты спас жизнь друзей. Этого самое главное. Жив? Красота, смотрите.
Ладно, что мы там падаем. А вот красота просто нереальная. Шкани острова. Оказалось, здесь домики, и в них светится электричество, что, вернее, светится, что-то светится. Скорее всего, это электрический свет. И это говорит о том, что там есть люди. Блин, роскошно. Кажется, мы вписались на ночь в жилье. Да, говорю, кажется, мы вписались на ночь в жилье. Блин, тут настоящий волкодав. Песик хорошенький. Хороший песик. Давай поглажи, давай, иди ко мне, иди поглажи. Еды, какая ластёна. Все, 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 все. Да понимаем, тут что творится. Здравствуйте. А подскажите, а можно у вас здесь на ночь остановиться? В принципе, мы вообще не привередливые. Мы вписались в этот домик. Он теплый, с печкой, есть газовая плита. Бонусно нам дали целый таз омуля байкальского. И можно будет еще сходить в баньку. Ну, это реальное... Это то, зачем мы сюда ехали. Вот так я скажу. Просто... Ну, такие вот нежданчики, они случаются. Если с хорошими людьми. А я путешествую в компании очень хороших людей.